Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку в отношении охранного предприятия «Восток», которое обслуживает торговый центр «Солнечный». Именно ее сотрудники обеспечивали безопасность заведения 1 мая, когда в здании произошла поножовщина. Напомню, тогда пострадали два человека из-за конфликта на кассе. Отмечу, что пострадавшие не имели отношения к первоначальному скандалу. При возникновении конфликтной ситуации, которая в последующем переросла в противостояние, где использовались колюще-режущие предметы, служба охраны должным образом не отреагировала и конфликт на начальной стадии не прекратила. «Восток» после прокурорской проверки сделал замечание 7 сотрудникам, с ними провели дополнительный инструктаж. Также заведена книга дежурств. А генерального директора охранного предприятия оштрафовали на 3000 рублей. В свою очередь, торговый центр, которому система безопасности досталась с предыдущего владельца и без должных настроек, исправляет всю ситуацию. Так новый собственник разработал и согласовал со всеми структурами паспорт безопасности объекта. В здании заменили рамки металлодетекторов и усилили режим антитеррористической безопасности. Также модернизировали систему видеонаблюдения и увеличили число камер.